Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опс. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор флакона для парфюмерии Дали. Любой аромат имеет свойство уветриваться и со временем утрачивает свою ароматическую свойство. Поэтому выбор тары для парфюмированных косметических продуктов – это серьезное дело. Те, кто разбирается в парфюмерии, прекрасно знают, что для хранения ароматических составов необходима стеклянная тара. Кроме того, всегда так хочется, чтобы ароматические составы еще привлекательно выглядели. И чтобы им удобно было пользоваться, то чтобы тара имела хороший распылитель, ролик для нанесения средства или дозатор капель. Мы регулярно пополняем наши склады привлекательными и удобными в использовании флаконами, не забывая про новинки и оригинальные жидкости, которые порой нуждаются наши клиенты. Все парфюмерные флаконы размещены в интернет-каталоге магазина с указанием актуальных цен, и заказать их можно моментально, не отходя от компьютера. В нашем ассортименте представлены не просто удобные разнообразные флаконы для парфюмерии, многие из них могут быть использованы и как подарочная тара, и как тара, обеспечивающая товарный вид парфюма, если вы изготавливаете духи, одеколоны или туалетную воду. И вот так выглядит флакон Дали. Как вы видите, по бокам такие фигурные линзы. Матовый. Такая крышечка. Удобный распылитель. Легко нажимается. Вот такой красивый флакон. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!